Турецкий актер Бурак Дениз вызывает все больше внимания мировых брендов моды. На этот раз звезда отправится в Париж на неделю моды, где станет приглашенным гостем на показе модного дома «Валентина». Один из самых известных турецких актеров Бурак Дениз готовится отправиться в Париж, где с 1 марта стартовала неделя моды «Прет-а-порте». Напомним, что после работы в сериале Ферзана Аспетека «Невежественные феи» в Италии, который вышел на цифровой платформе Disney+, звезда турецкого экрана привлекла внимание итальянской аудитории, а также ведущих брендов страны. Этот интерес помог ему получить место на обложке журнала «Лизон Публик». За интересом публики последовало специальное приглашение модного дома «Валентина» на модный показ, который пройдет в Париже 5 марта. По традиции актера будет сопровождать его личный стилист Илькнур Шереф, которая также является стилистом и других турецких звезд. Среди них такие имена, как Чаатай Лусой, Энгин Акюрек и Альп Навруз. По возвращении в Стамбул Бурак приступит к съемкам в новом сериале телеканала Fox TV «Два незнакомца», где его партнершей будет Андрей Эрчель. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.